Всем привет, с вами канал Mad Science. Сегодня у нас будет небольшой опыт с водой, газом и моющим средством. Вот, для этого нам понадобится налить моющее средство немножко в наш сосуд с водой. Вода обыкновенная из-под крана. И немножко это все вспенить, сболтать, чтобы в дальнейшем потом, сейчас увидите, загазировать это все. Так, в принципе, вспенили. И теперь осталось что? Нам необходим баллон с газом. И необходимо вот так придавить, чтобы пошел газ. Вот, газ пошел, пена пошла. Эта пена уже с газом. И, кстати, игры с огнем как бы небезопасны, поэтому не повторяйте это сами. Лучше, если хотите, там, попросите там родителей, чтобы они вам сделали этот трюк. А сами лучше вообще не делайте, а просто смотрите. Поджигаем. Воу. Как вы понимаете, эффект происходит именно из-за газа, который держится в мыльных пузырях, и этим, в принципе, все сказано. Руки это не обжигает, достаточно быстро горит, но нужно беречь лицо, потому что, вы сами понимаете, можно перебрать с мыльными пузырями. Будет большая вспышка газа, и можно обжечь лицо. Руки-то мыльные, и они мокрые, поэтому они обгореть как-то особо не успевают за этот период, пока огонь вспыхивает. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам показать. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Пока!